В селе Богословка Омского района талые воды размыли землю, обнажили кости, которые, судя по размеру, могут принадлежать мамонту. Местные жители уверены, что это части скелета древнего животного, и эту новость обсуждает все село. При этом вполне возможно, что это первая, но не последняя находка под слоем грунта. Могут быть и другие кости. В Богословку в ближайшее время отправится группа ученых, в которую войдут историки и археологи.